Установить маршрут движения злоумышленника удалось благодаря видео с камер наружного наблюдения. Пустую сумку потерпевшей, которую нападавший успел выбросить, полицейские обнаружили на берегу реки, недалеко от места совершения преступления. Эксперимент женщина сумела описать высокий рост преступника и также сообщила, что он был одет в ярко-оранжевую куртку. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан 28-летний приезжий из другого города. Установлено, что мужчина работал дорожным рабочим и в момент задержания находился в этой самой оранжевой куртке. Ну а вот он, тот самый злоумышленник, 28-летний приезжий из Саратовской области. На улице Ялтинской увидел женщину. Дернул у нее сумочку, сказал: отдай сумочку. Она двумя руками взялась за нее, выдернул сумочку, попытался скрыться. Ребенок был рядом? Ребенок на руке висел, на плече. Сумочку выдернул. Женщину оттолкнул, ребенок не трогал. Установлено, что мужчина приехал в Сочи на заработки и жил на съемной квартире. Сейчас он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.